нуждаются в особом внимании. На базе отдыха «Дубки», где временно размещаются вынужденные переселенцы из ЛНР и ДНР, устроили праздник для детей. Депутаты и общественники привезли ребятам спортивный инвентарь, игрушки и сладости. Особый сегодня здесь праздник, потому что мы решили в первую очередь оказать поддержку тем детям, которые попали в трудную ситуацию. Вообще дети подвержены воздействию извне. И задача взрослых, конечно, их оберегать. Лето – именно то время, когда воспитанники детских садов и школьники должны забыть о проблемах и хорошо проводить время на природе. К подбору сюрпризов для них подходили индивидуально, исходя из потребностей ребенка. Детям было предоставлено все, что необходимо к лету, включая одежду, велосипеды, ролики, то есть мячи, то есть все, что понадобится в летний период времени. Это приобрели, опять же, то есть, говорю, депутаты, то есть они сами выступили с инициативой как-то поучаствовать, организовали это мероприятие. Депутаты всех уровней объединились, чтобы поддержать вынужденных переселенцев и их детей. У меня у самого двое детей, и, конечно же, я люблю детей, и всегда участвуем во всех мероприятиях и благотворительных акциях. Тем более сейчас такое время, что вот этим детишкам как никогда нужна наша поддержка и помощь. И детям надо всегда дарить счастье, радость, чтобы они ощущали внимание взрослых. И, конечно, сейчас дети в очень тяжелой ситуации, и надо их всегда поддерживать. Вера Филипенко – многодетная мама из Макеевки. У нее 8 детей. Все они с конца февраля находятся в Самаре. По словам Веры, в пункте временного размещения созданы все необходимые условия. У нас отличная игровая комната, где педагоги проводят с детьми досуг. Вот, заняты, дети не шалтаются нигде. Мы работаем. У нас в семье трое человек работает. Все совершеннолетние, все работают. Младшие здесь в игровой. Питание, организация досуга и за нами. Вот психологи с нами работают. Нас очень оберегают. Поддержка вынужденных переселенцев остается в числе приоритетных направлений в Самарской области. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Сидоров. События.